Вот, иду я на почту, а тут совы прилетели. Ой, не знаю, видно их, не видно. Вон они сидят. Раз, два, три, четыре. Четыре или пять штук, что ли. Они тут живут всегда зимой. Так что все значит зима. Холодно. Вчера дочка прилетела. Возмущалась, что у нас холоднее, чем в Питере. Да. Что поделаешь. Вот, два пакетика пришло с Алиэкспресса. Пойду дальше в аптеку. Коты всю печку затоптали. А у меня в печке пироги. Это уже третья партия. По случаю приезда младшей солянку готовлю. Любимую ее. И пироги с мясом. Что, замерзли? Зима наступила. Ну, черный. Печка муфельная работает. Коты греются. Кастрюля тоже с едой их замерзла. Минус два было утром. Да черный, хватит орать. Что ты как этот? Ну, охранник, что-то ты не орешь, пока я дома. Только я выхожу, ты начинаешь тут гавкать. Саша кота спаивает валерьянкой. Это Алинка пила сок тыквенный с валерьянкой. В чашке было. Я смотрю, он голову засунул прям по самые уши в чашку. Вот я ему перелила. Животное тут радуется. Заодно и туалет у него тут происходит. Вторая стопка пошла. А мы две дурынды, молодая и старая, наблюдаем. Он этот тыквенный сок, он по всему коврику тут раздрызгал. Аж вздрагивает. Не видно мне. А, началось. Кабася, взрослый кот. Ну что, и люди так себя ведут. Ой, а он-то довольный, напившись валерьянки. Урчит. Ну вот, уезжает моя младшая. Да. Солнышко. Все как надо. Ну давай. Не хочу уезжать. Не хочешь уезжать? Вставайся. Вон, розочки цветут. Цветочки цветут. Так, ладно, давай обниматься и пойдешь. Давай. Деньги, документы не забыла. Ой, Господи. Давай, давай. Пока.